Мобильные телефоны обеспечили Samsung очередной рекорд. Южнокорейская корпорация закончила первый квартал с чистой прибылью в размере 7 триллионов вон. Это 4 миллиарда 900 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года, прибыль выросла на 42%. Samsung – мировой лидер по продажам сотовых телефонов. Он контролирует более трети рынка смартфонов. При этом корейцы все более явно отрываются от своего главного конкурента Apple. На этой неделе американская корпорация впервые за 10 лет объявила о снижении прибыли.